Передо мной, если хочешь, ну а папе это будем вместе. Голодные. Мы вышли, когда в Интерзо пошли, мы были голодные сильно. Нам же потом еще это штукинцы одной. Надо что-то похавать. Держи. Что говоришь? Хэми, хами, что? Хами. Слушай, это по-вьетнамски, и, честно говоря, я не знаю, как мне это читается. Все, это самое купили, идем к червяку вот этому, будем стоять, взять папу. Он будет купить билетик нам с папой на третью зону. Рюкзак? Да, рюкзак. Сейчас, погоди. Классно, ага. Да? Вот так удобно. О. Все? Я снимаю. Пожалуйста, пожалуйста. Доклад о сегодняшнем. Ну, типа того. Интервью, да, тебе говорю? Интервью? Да. Ну, давай. Как вас зовут? Нас зовут Петр и Вова. Куда вы отправляетесь? Мы едем за ширмой для нашей любимой мамочки. Так, откуда куда? Так, мы едем с Хаубанхофа. А, скажи, скажи. В Зельце. Подсказывай, да? Так, наш этот самый будет... Я не понял. Погоди. Вот здесь, по-моему, вот он. Он на вторую переходит, получается. Нам же в эту сторону, да? Минден? Сторона Минден? Да мне все равно. Это, видимо, нормально? Норма? Лучше сзади, да? Представляете, это фарад-фак. Вот куда можно поставить велосипеды. Фарад-фак, это вот означает велосипедный поезд. Вагон. Вон там. Моя любимая местечко. Так, надо посмотреть, сколько нам ехать. Забрали. Как она называется? Ширма? Угу. Или какая-нибудь паланча? Не паланча? Показать? Да не, это самое, в принципе. А что, она легко раскладывается. Да, ну ладно. В общем, вот такая вот ширмочка будет теперь. Да, в Икее покупали. По-моему, в Икее она полтинник стоила, кстати говоря. Если не больше. Надо будет просто посмотреть. Ну все, погнали домой. Сейчас надо посмотреть, когда там этот следующий поезд наш, чтобы не пропустить, чтобы полчаса там не ждать. Так, лифт. Едет, да? На мотоциклах в лифт нельзя. Не едет? Не едет. Ну что, по ступенькам, что ли, пойдем? Или не будем? Ну, я оставлю тебя с селедкой. Ну, давай. Тогда это хотя бы вид сними на телефончик мой. А? Вид телефон? Да. С твоего телефона? С моего. У меня лучше качество. А ты раньше говорила, какое качество? Так, вот куда мы забрались. Там луна. Что-то он все пытается настроить. Дергается, знаешь, так. Кто-то рискнул велосипеды свои здесь оставить. Там что-то случилось. Очень страшно, да? Там
Миланом. Мне тоже хорошо. Здесь есть лифт, но он не работает сегодня. Ну так нам нужно вниз ехать, а не наверх. Сначала вниз, потом идем на платформу и там наверх. Угу. Слушай, нам, по-моему, первая или вторая нужна. Вот тут лифт. С подсветочкой. Он идет. Он идет. Едет. Это какой? Это не тот. Это в другую сторону, на которую мы приехали. Да. Я снимала. Ладно. Ну что там? Подождите! Так, нам точно на эту платформу, да, поедем? Зачем ты так кричишь? Почему мы едем вниз? Потому что... на другую платформу. Да. По небу лифт не летает пока что. Да. Возможно, в будущем. Следующий лифт. Куда? Стил, всем ориентацию потеряла. Ну, кстати, страх тоже бывает полезен, представляешь, Волос? Знаешь, что делает страх? Нажал? Ну, он не загорелся. Попробуй там. Он заряжает нас. Сейчас не пойду. Заезжай. Вот. Долго идут так. Они могут там еще в другую сторону пойти. Ну вот, страх Вова, он добавляет адреналина. Что значит адреналин? Адреналин – это такой гормон, который усиливает, увеличивает нашу силу и скорость. Вот, то есть ты испугался. Надпочечники выработали адреналин, да, который сделал тебя сильнее и быстрее. И все, и в этот момент нужно сделать внимательно. Все, пожалуйста, да, спрашивала, каскадки. Я спросила, каскадки походить вообще? В общем, 9 уже конкретно, чтобы все собрались. 9 утра? Конечно. 9 утра сидеть до 12 ночи. 9 вечера. В 10 русский Новый год. Ну, питерский. Там? Ну да. Ну, у нас 10 будет, а в Питере 12. Ничего себе. Да. Начнем с него. Он так шатается. Что, почему? Это, видимо, был риторический вопрос. Почему дальше? Да, это риторический вопрос. Вот такой огромный туннель вот здесь. Так? До крёпки. До самого крёпки. Да. Отсюда вот начинается огромный туннель. Отсюда начинается прямо до крёпки, если тут не слышно. Так, этот у нас лифт не туда. А где туда? Какая-то кафешка или что это такое? 30 декабря. Сегодня, вот сейчас у нас это самое, 7 часов вечера. Кафешка полностью пустая, потому что закрыта. Перед Новым годом, 30 декабря.
Да, я всегда вот этот пустырно на Халбанхофе. А, да, Маша на крыше. Эти секундочку прибейся. Вот. А лифт вон там. Ну, это, правда, это сама задний вход, так сказать, этот Халбанхоф. Спереди побольше народа. Но все равно. Сзади народа больше, а вот здесь что-то меньше. Не, вот это вот зад, по идее. Да, это зад. То есть сзади народа меньше. Ну да, он так и сказал. Да? Я подумала наоборот, ну ладно. Сзади народа меньше. Я услышала больше. Так, вон там. Как-то немного странно, почему? Там вот Леттерген, вон там, а вот здесь вот Леттерген. Это немного странно. Вон наш лифт, лифт. Бансteig-Ebene. Это получается последний вагон. Да. Это не нам. Они измеряют, сколько тут метров, чтобы потом пробраться на скорость. Короче, у них еще силы есть, а я пошла домой. Пускай там бегают. Вот оно, маленькое счастье. Оп. Фокусируйся. Мура, привет. Сейчас придут еще эти самые. Мура. Привет, привет. Моя хорошка. Не дает гладить, сначала понюхать надо. Потом можно гладить. Вот так вот. Хорошая. Красавица. Коня. Бабулька. 13 километров в час. 12,5 километров в час. Я бегу. 21 километр в час. То есть папа тоже бегал, да? Да. Хорошо. Давай. Ой, шапка упала. Наконец-то мы дома. Да. Дашка тут, ага. Что бывает такое? Что-то падает иногда. Что? У меня расческа упала. Бывает и такое, да? Тяжелое? Нет. А куда это поставим? Ну, пока что, наверное, пускай тут стоит, а завтра в этот самый в зал. Закрывай дверь. Молодец. Хорошая у тебя реакция. Поставим сегодня стол? Да, стол обратно поставим. Сюда. Классно нам так выглядит, как японская. Ага. Как будто бы мы и есть японцы. Давайте поиграем в японцев. Поиграем в японцев. Что там японцы делают? Суши. Едят суши. Ходят на работу. Работают.
спят в поездах. Учатся. Ну-ну.